финал телепроекта вышли 13 исполнителей. Уже 7 декабря один из них станет победителем второго сезона и обладателем главного приза – 100 тысяч рублей. За эту награду поборются музыкальные коллективы из Оренбурга, Новотроицка, Самары, Уфы, Актюбинска и Челябинска. Зрители из других городов с самого начала следили за ходом конкурса в интернете, поддерживали любимые группы и оставляли комментарии на сайте orinshow.ru. Много народу, причем которые абсолютно не имеют отношения к музыке. Не только тусовка, но и люди, которые абсолютно не интересуются рок-музыкой, поддерживают просто город Самару. Прощай, рассвет, прощай, закат. Внимание зрителей – это не только приятно, но и полезно. Благодаря поддержке интернет-аудитории на финальный гала-концерт в Оренбург приедут 3 исполнителя из Самары. Это рок-группы «Атма», «Психический бенд» и «Танго и Кэш». От Москвы до Токио, сердце навсегда моем, поселились разные люди страны. Еще немного рока мы услышим от актюбинской панк-группы «Эффект бабушки», челябинской альтернативной команды «Стереоток», уфимцев «Картины жизни» и новотроицкой «Волны». Какая планета, никого нету, где ты, где ты, где ты, где ты? Из всех оренбургских участников в финале оказались 6 исполнителей. Это хип-хоп-команда «Кэнди Бэнд», девчачья рок-банда «Нила Морентум», рэп-группа «Артель Продакшн», певица Екатерина Шарапова, брит-поп-группа «Могу» и вокальное трио «Амстер». В день финала 7 декабря все конкурсанты выйдут на сцену «Газовика». Им предстоит спеть живьем перед огромным залом, в котором будут находиться не только зрители. Эксперты шоу будут присутствовать на концерте и объявят оценки каждого конкурсанта сразу после выступления. Вечером в клубе «Фабрик» начнется автопати для всех участников и зрителей проекта с группой 7Б. Лидия Дрофа, Сергей Пронь, «Новости дня».